мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Вот, вот вы чуть-чуть опоздали, значит, люди знали, что кто-то придет из школьников, и они это бы их очень бы порадовало, потому что живые люди потихоньку уходят, а память, она должна передаваться из поколения в поколение. И поэтому хоть какой-то, если интерес и что-то останется от этого разговора, то это хорошо. Где-то потом вы, когда столкнетесь, упоминание об этом, кажется, да вот даже у нас мутищик свой памятник есть. Такие памятники по всей стране. Потому что лагеря были по всей стране. Спасибо вам большое. Не зря мы пришли. Ну что, замерзли уже, да? Нет. Девочки, мальчики, у всех разная судьба была. А отец мой был агроном. Стал агрономом. И дедушка страшно гордился, что у него такая мирная специальность. Вот. А его в 30-32 году послали в Монголию. Он, поскольку был член партии, ему такое было поручение. Тогда наше государство старалось приобрести союзников. И вот Монголия, Монголия не скотоводы, они кочевники. А лучше всего, когда закрепить людей за землей. И вот туда посылали своих специалистов, чтобы они реализовывали колхозы, чтобы закрепить, чтобы это самое. Ну, обязал, туда-сюда. Ну, вот отец там был, в Монголии, значит, пытался и какие-то коллективы создать, чтобы они закрепили. Но они делали вид, что вступили в этот колхоз, оставили сезон на лошади и поехали. А когда он вернулся, кто-то написал донос, раз он в Монголии был, значит он в японской школе. И его арестовали в 37 году. И через несколько месяцев, а мне было всего 5 месяцев. Его арестовали и через несколько месяцев расстреляли. Поэтому вот в Москве 30-29 целый день зачитывает у Советского камня. Это очень такое союзное значение мероприятие, когда общество мемориал организовал, вот уже лет 10-15, люди приезжают и зачитывают списки, сколько людей было только расстреляно в Москве. Этот список бесконечен. Ну вот, а мама, значит, поскольку мне было всего 5 месяцев, вызвали в НКВД и говорят, значит, откажись от мужа, раз он у нас как бы подозревается, что японский шпион. Она говорит, как это я могу отказаться? То есть отец моих детей, ну, будет хуже. Ну и дождались, когда маме исполнилось там 8-9 месяцев, и ее арестовали. И сослали, есть такое место. Это ирония судьбы. Она с мужем, с моим папой, были в Монголии. Она была врачом, а отец агроном. А когда арестовали, ее сослали в Алжир. Это Алжир, такое есть аббревиатура. Акволинский лагерь жен изменников Родины. Вот. И вот, и, значит, она отбывала срок вот в Алжире. Потом ее перевели в другой лагерь, Литвак. И когда в 43-м году она, в 44-м году освободилась, она приехала сюда в Мытищи, забрала нас с братом. И мы выросли на территории лагеря в Кировской области. Вятлак называется. Так что вся подробная жизнь
Я книжечку выпустил, но она, к сожалению, самиздат. Она в библиотеке Кедрина есть, всего там 2-3 экземплярчика. Ну, время, видимо, не такое. Я говорю, что же вы не поставите? Я вообще без времени. Ну, у нас когда тематически, вот был какой-то там день посвященный там школьникам, мы выставляли. Ну, такое есть. То есть люди хоть какой-то свет... Подождите. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.